Здравствуйте, меня зовут Борова Наталья, я директор по маркетингу клиники ОГМК «Здоровье». Моя отличительная особенность в том, что я безумно люблю то, что я делаю. И делаю только то, что я люблю. Моя работа – это мой образ жизни. Моя работа встроена в меня. Это постоянная опция. И при этом есть столько всего, что помогает мне развиваться, держать жизненный баланс и не стоять на месте. Это и коучинг, который способствует развитию мышления, навыков слушания, понимания. Это и танцы, которые дают мне взрыв эмоций. Это живопись и книги, которые дают мне радость. И при этом от всего зависит мое профессиональное развитие. Очень важен баланс. В этом случае все зависит от всего. И это была речь обо мне, а теперь о том месте, где я работаю, куда я каждое утро хожу с огромной радостью. Клиника УГМК «Здоровье» – это свой особый и как будто бы даже тепличный мир. Это мир, в котором взращивают людей. Мир, в котором дают возможность профессионального и личностного развития всем тем, кто хочет развиваться сам и готов развивать клинику. Такой бизнес у нас человеческим лицом. Человек, как он есть, на позиции пациента или на позиции сотрудника. Главное в нашем деле. Мои должностные обязанности написаны сухим бюрократическим канцелярским языком. Но когда меня спрашивают, в чем моя задача, я отвечаю. Моя задача делать так, чтобы всем было хорошо, чтобы пациентам было комфортно лечиться и обследоваться здесь, чтобы сотрудники вкладывались на 100%, а клиника как бизнес-единица была эффективна. Для меня, как для директора по маркетингу, очень важен баланс этих трех составляющих – внешний и внутренний клиенты и эффективность бизнес-единицы. Мое глубокое убеждение в том, что эффективный бизнес всегда красив, сбалансирован и гармоничен. В нашем бизнесе нет мелочей. И повторяю, все зависит от всего. Я работаю в клинике чуть больше года, и уже есть результаты, которыми я горжусь. Я горжусь тем, что мы делаем. Я горжусь тем, как мы делаем. Горжусь, например, тем, что за год в 4 раза выросло количество упоминаний клиники УГМК «Здоровье» в СМИ. Горжусь тем, что на 30% выросла посещаемость нашего сайта. Горжусь тем, что на больше чем на 20% увеличилось количество наших пациентов. Горжусь тем, что на 70% выросло количество запросов УГМК «Здоровье» в поисковиках. И, конечно же, оборот. Бизнес есть бизнес. За год оборот клиники УГМК «Здоровье» вырос на 25%, при том, что рост рынка максимально составил только 14%. И событие года. Клиника УГМК «Здоровье» стала медицинским центром года на народной премии Е1. Это выбор пациентов. Это выбор города. Люди доверяют нам самое ценное – свое здоровье. Спасибо вам за это. Мы оправдываем ваше доверие ежедневно. Мы не будем почивать на лаврах. У клиники УГМК «Здоровье» есть большая цель. Через 5 лет мы планируем войти в топ-5 клиник России по обороту. В данный момент мы находимся на 22 месте. Большая, амбициозная цель. Самое главное у ГМК «Здоровье» – это команда. Это команда единомышленников, движимая врачебной этикой и любовью к людям. Это команда, которая развивается и работает для людей. Одевайтесь по погоде и будьте здоровы. Ваша Борова Наталья.